Чё? Наше путешествие. Да уж. Получится ли у меня прибежать, схватить и убежать? Вы не говорите, что здесь торговец у нас? Ёперный ты матрешка. Все равно зачищать придется, что здесь торговец. Подло. Очень подло. Блин. А если я, к примеру, сейчас закрою дверь, да это не вариант, они там все разнесут. Что еще за сранцу? Ломать не строить. Так, ну не на 100 зомби-то, может, стрелы хватит, но тут вряд ли их будет 100. Вот в чем основная беда. Ну чё, рискнём схватить и убежать? Блять, сучки. Ни хрена их там понабежало. Не вариант. Пока мы не перебьем основную здесь губкомпанию, мы ничего им не сделаем. Точнее, не им, мы не сможем аэродроп взять. Так, мне патроны бы для автоматика. Было бы неплохо получить. Так, погоди-ка, я же здесь забыл кое-что сделать. Сейчас, секундочку, выключать не буду. Серии там надо ставить на закачку. Печально тормозит опять. Все что только можно. Угу. Да ни хрена их тут. Я говорил, зомби будет мало, но. Охренеть их тут. Три спаун трикс, говорите? Серьезно? Может спаун 30 икс, а? Уважаемая. Не, ну это уж по беспределу. Знакомьтесь, спаун 3x. В каком, блять, месте вселенной? Охренеть, спаун 3x. Ну, то, сколько сумочек падает. О-о-о. Спаун 3x. Ой, промахнулся, извини, дяденька. Я не хотел в тетеньку попасть. Спаун 3x, народ. Ой-ой. 3x. Спаун, блядь, 3x. Охренеть можно и не встать.
Да уж. Я думал, хотя бы спаун починили, ага. Сейчас. Рейнхерст во всей своей красе. Давайте 2 часа будем отстреливаться для того, чтобы попасть в один домик. Не, здесь надо по-любому шипы ставить. В принципе, лук мне тоже надо тренировать. Еще много всего. Блин, здесь бы гранату кинуть. Не ори. Эй, кто это был? Да, чешуеть просто охренеть аж. Спаун трикс. Да уж, трикс. Походу спаун здесь вообще нахрен поломался. Девонька, не надо ко мне так бегать. Это тоже касается, спасибо. По-моему, здесь без разницы. Будем мы с лука, с пулемета или с гранатометом бегать. Жесткач. Ах. Хорош бегать. Да сранец мелкий. Так. Это все за мной бежит, прикинь. Да. Город это город. О, кстати, тут неплохое местечко тоже. Но, должен сказать, игра стала меньше лагать гораздо. Помните, как она лагала при таком количестве зомби?
Ох, да, кстати. То есть 30 FPS держит как стабильно. Я не уверен, что я тут до ночи-то вообще справлюсь с таким количеством. Да нет, мне не хватит не то, что лука. Но терпения не хватит на такую толпу. Ой, какой ужас-то. Если все это чудо начнет бегать, я не представляю, что будет тогда. Да, кстати говоря, смотри-ка. Блин. Так. Странно как-то, что-то я не попал. А, это ты, козёл. Чё, попасть в него не могу.
Не, здесь без шипов реально делать нечего. Еще хотел сказать, что много сумочек. Нет, по сравнению с количеством зомби, которые здесь ходят, сумочек отнюдь немного. Их даже, блин, мало. Две сестренки. Жалко, что промахиваюсь. Так, свалим-ка на ненадолго. Так. Дедуль. В твоем возрасте бегать уже так не стоит. Особенно после смерти. Ёб твою дивизию, ты издеваешься надо мной, игра? Надо немножко вот так, что ли, целиться? А, смотри-ка, она вниз уходит. Так, что за нафиг? Я вообще-то должен попадать. Так, дай-ка я диспетчер запущу, что-то мне странно, то попадаешь, что нет, что, перегрузка, что ли, чего-то там, где-то тут. Посмотрим сейчас. Ой-ой-ой. Блин, у меня аж рука вспотела уже.
Ну да. Тяги выпало. Да нет, попадаю также. Странно. Так, а теперь у нас проблема в другом. Мы либо сможем найти сейчас патроны. Придется чем? Ножом отбиваться, что ли? Прикалываешься или угораешь? Так. У меня лука-то нету все равно. Еще один автомат дали. Вы не патронов, блях, отдайте, а не автомат. Патронов имею в виду к автомату. Маловато ни о чем. А еще и патроны просрались, вообще милота. Чудненько. Ну хоть вещи и полезные. На самом деле, по факту-то они бесполезные. Да блин. Патронов. Куда нам придется менять свои привычки немножечко. Не, чувствую, нам жутко придется здесь импровизировать. Слово жутко, это еще мягко сказано. Ну, там и тусуй.
блин. Дерьмо. Почему я не могу сюда засунуть пистолетные патроны, а? То же самое. Да ёпта. Попасть вообще не могу, жесть. О, отлично. Прибью этих двух дебилов. Ты с таким звуком падаешь, как будто я не знаю там. С 90 этажа решил полететь. Еще и не помер, гад, прикинь. Да уж, и есть охота, и пить охота. Ну, неудивительно. Таких приключений можно и обосраться, и все остальное, и что угодно сделать. Так, урон при драке, сопротивление оглушению, продолжительность 1 минута. Идите лесом с этой херней. Так вот скажу. А, так мы на бумагу теперь это ломаем. Мило. Так, немножко потрошек. Мы что, всех зомби перехерачили? Не верю. Видно, они просто решили исчезнуть, чтобы освободить память, и чтобы я не смог запалить. А сколько, скотина, ты ЦПУ жрешь? Итак, луком тоже хорошо получается, вот только проблема в том, что... Компост. Червячок, кепка. Мне очень любопытно, почему это лучше той, которую я ношу, хотя они даже цвета, блядь, одинакового. Ой. Здесь хотели как-то сделать. Разрабы. Рандомайзер вещей. Где они там?
Ну, рандомайзер вещей имеется в виду там до определенных пределов. Статы должны были быть разные у вещей. Это также предложили разработчикам. Да, мы сейчас сделаем. Блин, сколько идей денег было по поводу этой игры. Ого, мне еды сколько хорошей дали. Неплохо, и водичку еще. И тигель. О, вот это вот полезная вещь. Ну-ка я, правда, печку не умею делать, а так все хорошо. Так, тут неподалеку у нас еще и торговец. Можем к нему забежать, кстати. Давай забежимся. Он у нас вроде здесь. Или где-то вот здесь. Нет, нет, нет. Все увидим. Нет, сюда я не забегал, значит, оттуда мы шли. Хоть сюда бежим пока. Сейчас мы его найдем. Блин, реально может пистолет попробовать? Ага, вижу. Неплохо мы так погуляли. А если по опыту посмотреть? Да, в принципе, на отстреле зомби. Да, на отстреле зомби можем неплохо подниматься. О, книжек у него тут много. Луки. Отлично. Завянь. Не до тебя сейчас. Так, механика. Медицинский вестник. Так, есть какая-нибудь работа. Например, уровень 1. Закупанные припасы. Что не написано, сколько? Очистка. Navy's Game Challenge. Ну я не знаю. Да нет, это... Пока все мне бесполезно. Я, конечно, все понимаю. Ой, какая там стайка идет. У меня ж патронов-то на вас не хватит. Очки ночного видения, ура! Ура, 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 мы нашли очень крайне ценный предмет. Вот это вот могу сказать сразу. Так... Сюда не бегали. Давай-ка пробежимся.
Ничего полезного нет, жалко. Мне надо лишних ламп выбрасывать, кстати, будет. Ну, я не сюда хотел изначально сбегать, да? Ну ладно, прибежали вот сюда. Так, у нас время есть? Да. Время есть. Самая ближайшая дорога, немножко пробежимся по ней. Дальше мы сможем, в принципе, до дома чисто бежать. Так, чисто по приколу пробежимся. Так, еда есть. Это мне не нужно. В принципе, пиво-то мне и спирт тоже не нужны. Как и арбалетные, блин, болты, потому что у меня нет ни хрена арбалета. А вот это может пригодиться. Потом. Ну, держать в руках автомат, который без патронов, очень сильно логично. Без патронов, еле живой автомат. Ну, классно, я умею. Удивить себя. Удиви, как говорится, себя сам. Сколько мы здесь зомби-то отстреливали по времени? О, народ, пора заканчивать тут. Время уже подходит. Что ж, в следующей серии. Увидимся и услышимся.